Этим ребятам школьного курса истории недостаточно. Они хотят знать больше и в первую очередь о родном Каменском районе. Ежегодно новоженовские чтения собирают множество юных краеведов. А на этот раз впервые после ковидных лет они смогли представить свои работы в очном формате. Например, Дмитрий Глухов из села Владыкино решил рассказать про своего земляка, создателя ракеты-носителя для советской лунной программы Анатолия Алексеевича Чижова. В то время он был очень засекречен, никто не знал, что он делает. А сейчас просто проявлялись события. Стало известно, что он был выходцем из села Владыкино, жил, учился. А вот Марат Карамышев решил посвятить свою работу году педагога и наставника в России. И неспроста, ведь в его семье уже сформировалась целая династия учителей. Их всего 6. Ну, ответственность, ну и горжусь этим. Я спрашивал у родственников, у мамы. Это всю информацию я собирал и сюда вписывал. Также работы школьников были посвящены подвигам земляков в военные годы, литературному и географическому краеведению, спортивным достижениям. Но главной темой 13-х новоженовских чтений стало 95-летие Каменского района. Люди, которым интересна история, они всегда были, есть и будут, несмотря на конъюнктуру времени. Но сейчас, на мой взгляд, одной из главных задач Каменского краеведения является создание полноценной Каменской энциклопедии, которая бы убрала в себя имена людей, которые прославили наш район своими ратными подвигами, трудом.